Здравствуйте, рады мои. Кто нам не рад, тоже здравствуйте. Вот капусты набросал. Порят. Вон пошла, видите? Едят капусту. Да, Крюндик? О, ты морда моя. Ай, да. Да. Порят капусту. Нормально. Но детям все лучшее. Да, дробленочки насыпал. Вот они порят. Молодцы. Молодцы, ребятишечки. А? Молодцы. Ну, рады мои, а это что? Вот это вот что такое? Вот вы гурманы, блин. Вчера, рады мои, я насыпал морковки этим. Утром, блин. Иди отсюда. Насыпал морковки. Рыжим насыпал. Вот эти вот насыпал. Съели, блин. Рыжим насыпал. Съели. Картошку потом насыпал после обеда. Сожрал. Эти съели. Эти морковку не ели. Вон там видно. Затоптали, закидали. Вон, блин. Ну там что-то может откусили раза два. Даже вот эта мелочь пузатая. У них воровала, морковку ела. И эти не ели. Практически голодные вчера просидели. Смотрите, капусту насыпал сегодня. Вот гурманы, вам что надо-то? По жопе надавать, блин, а? Вот, ну не едят. Говорю, эти вон порят, вон хруст стоит. Масяня, во тебе, во. Вот жрите, вот жри, давай. Вот смотрите, нюхать. Ну несъедобно, блин, гурманы, блин. Ну, жрать хочет, 3 сутки уже почти не ела, блин. Нет, не ест. Короче, кормить не буду, пока не сожрите. Все, злой дед. Блин, мне тут выпендриваются, блин. Все, ну-ка, укуси хоть раз-то. Укуси. Ну, смотрите, нюхает. Ищет что-то съедобное. Ах, блин. Вот так и мучаюсь, блин. С этими женщинами. Характер, блин. Дамы. Все, лайки, дизлайки, до свидания, родные мои.